всего этот праздничный день мы ждали уже ровно год назад, почти, по-моему, ровно год назад мы здесь встретились и услышали, и увидели чудесных совершенно исполнителей. Кстати, между прочим, тогда было очень объективное решение жюри, и лауреаты возникли, лауреаты стали. Я был глубоко убежден в том, что и сегодня тоже мы встретимся с талантливыми ребятами, которые сейчас за сценой готовятся к этому выступлению. Разрешите вас всех поздравить с этим замечательным праздником. Ваши аплодисменты всем организаторам. Фанфары потихоньку затихли. В зале наступила полная тишина. Как ваше настроение?